Вот так, проверяя место для каждого будущего шага, и работает инженерная служба Росгвардии. Металлоискатель пока что настроен на поиск больших объектов. Ну, то есть, к примеру, маленькие монетки он не обнаружит вовсе. А вот взрывное устройство вполне. И вот, кажется, нашел. После того, как я нашел этот предмет, вот, я начинаю проверять щупом под углом 45 градусов. Мина, конечно же, муляж. Иначе зрителей так близко бы не подпустили. А публика сегодня особенная – ученики 49-й школы. Говорят, давно хотели посмотреть за работой сотрудников Росгвардии. В день инженерной службы у них такая оказия появилась. И здесь я уже начинаю руками проверять, нет ли тут ли чего. Если нету, да, я спокойно достаю вот эту мину. Вот. Все, вот она в руках. Самое главное – не давить. Ученикам показали, если не все, то многие тонкости работы инженерной службы. Начали, естественно, с кинолога с собакой. Прогресс у нас не стоит на месте. Изобретают там ученые всякие приборы для обнаружения взрывчатых веществ. Но пока еще ничего не придумали лучше собачьего носа. Так что собака сейчас в данный момент незаменима. Бельгийская овчарка Малинуа Юка – напарник незаменимый. Собаке всего 1.5 года, на службу она попала сразу же после обучения. Эта порода считается самой лучшей для поиска взрывоопасных предметов. Она уже успела отличиться на служебных заданиях, о которых, естественно, рассказывать нельзя. Потом пускают. Вот. Собака специальным знаком показала, что в данном пакете есть взрывчатое вещество. Работает кинолог вместе со взрывотехниками. При обнаружении СВУ собака подает специальный сигнал. Сейчас, например, садится. После на разминирование выдвигается сапер в кевларовой броне. Его взрывозащитный костюм называется на средневековый лад – доспехи. Мы рады очень, что нас сюда позвали. Очень интересно. Прямо ребят заинтересовались. Основная задача инженерной службы – это обнаружение, идентификация, локализация, обезвреживание, уничтожение взрывных устройств, взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов. Службу сотрудники несут в круглосуточном режиме и, что называется, всегда начеку. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».